Да погодите вы! Погодите! Держи, Маха! О! Так-так-так! Ну-ка! Вот она! А вот это параллели, они тоже имеют солнечный смысл. Жители одной параллели... Пересядь на последнюю парту. Получают разное количество солнечного света и тепла в сутки. Кроме этого, они вращаются вокруг земной оси с одинаковой скоростью. Вблизи полюса поверхность Земли вращается со скоростью пешехода. Thank you.
Thank you.